Где русским жить хорошо? Лондон – один из излюбленных городов кремлевской элиты. О том, как один из чиновников высшего ранга сам себе перепродал квартиру, расскажет наш саппорт Великобритании Оксана Кундеренко. Этот мостик, наверное, одно из самых популярных мест в городе для фото. И правда, шикарный вид на колесо обозрения Лондон-Ай, ну а там слева замок Whitehall Court. Действительно сказочное здание, которое выглядит не хуже любого дворца. Кто же в теремочке живет, выяснил российский фонд борьбы с коррупцией. Оказалось, Игорь Шувалов, первый вице-премьер-министр России. Все официально, согласно декларации чиновника, он снимает квартиру в 500 квадратных метров по престижному адресу британской столицы. Раньше здесь была штаб-квартира разведки МИ-6, позже недвижимость перепродали в частные руки. И вот именно тут, на берегу Темзы, в двух шагах от парламента и Вестминстерского аббатства, обосновался видный политик. Окна его в торце здания, на предпоследнем этаже. Вице-премьер открытый человек, не скрывает, что взял в аренду квартиру на 10 лет. Но самое интересное, у кого? Официально недвижимость зарегистрирована на компанию Savary Real Estate, которая принадлежит самому Шувалову и его супруге Ольге. Более того, Сова прошлым летом купила эту квартиру у офшорных компаний за 11,5 миллионов фунтов стерлингов. И в ней был проведен капитальный ремонт. Вот как примерно выглядит родовое гнездо русского чиновника сейчас. 6 спален, обеденный зал с каминами, гостиная с видом на реку. Только налоги от перепродажи элитной собственности в британскую казну составили 1 миллион 300 тысяч фунтов стерлингов. Официальная зарплата Шувалова в 8 раз меньше этой суммы. Откуда же деньги? Платит ли он столько же налогов на родине? Активисты фонда по борьбе с коррупцией направили жалобы с результатами расследования во все возможные органы. Остается только ждать результатов. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».